месте они столкнулись с глобальным потеплением, гибелью динозавров, дрифтом континентов и падением астероида. 28 января. Величайшие герои в истории возвращаются. О, нет. Крэш и Эдди вернулись в затерянный мир. А я думал, что я сделал неправильный выбор. Привет, ребята. Бак Уайлд к вашим услугам. О, наш герой! Что привело вас двоих в мой мир? Мы хотим наслаждаться приключениями, как и ты. Сейчас не самое лучшее время для тропических каникул. Эй, все! Мы столкнулись с серьезной угрозой. Можешь повторить это? У меня в ухе застряла зефирка. Крэш и Эдди уже давно ускользнули. Разве мы не должны были искать кости на этом этапе? О, спасибо, Сид. Бежим! Это наш шанс проявить себя. Ребята, если нам не хватает интеллекта... Судьба ждет! Судьба болит. Мы компенсируем это своей неуклюжестью. Ледниковый период приключения Бака. Держитесь, Крэш и Эдди. Если мы их не найдем, я убью их. Озвучено для канала в рейтинге.